Всем доброе утро. Сегодня 30 ноября 2023 года, и оно действительно доброе. Тихо, спокойно, вот такое вот небо. После бури, конечно, урагана всем принес беды, хлопот, забот. У нас тут еще вот такие вот бутоны остались роз. Вот, они еще могут расцвести и порадовать наш глаз. Так, что, друзья, наша конструкция уже стоит. А еще вчера вечером уже все сделали. Вот такой кусок у нас тоже там обвалился. Но ничего, мы все сделаем. Все в процессе. У нас еще тут продолжается ремонт. Вот, поэтому как бы все со временем будем. Конструкция укреплена. Надеюсь, что уже она никуда не улетит. Вот. Так что все, жизнь налаживается, как говорят, после бури выходит солнце, оно вышло, погода просто прекрасная. Да, немножко, конечно, мокро и здесь на земле, и трава полностью мокрая, поэтому собачки мои сюда не бегут, не играются. Вот, поэтому пока только там у себя в вольерчиках. Да, птички летают, замечательно. У нас уже тепло, все хорошо. Вчера уже поздно вечером нам дали свет. Конечно же, нам пришлось потратиться и купить второй генератор, так как один генератор не справлялся на наш дом человеческий и дом для собачек. У нас там теплые полы, конечно, было холодно, поэтому пришлось купить. Ну, неизвестно было, когда дадут свет, а света было, вообще во многих местах его не было, и у некоторых даже до сих пор нет, поэтому как бы вот так. Ну, что сделаешь? Такая природа, с ней не поспоришь, так она решила, так она сделала. А сейчас, сегодня вообще супер, посмотрите, ни одного облачка, вот там чуточку красоты. Все, дорогие друзья, все прекрасно, все хорошо, все наладилось. Желаю всем всего самого-самого доброго. Пока-пока.